Иркутский областной суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима 39-летнему жителю города Братск, обвиняемому в серии преступлений сексуального характера в отношении подростков и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Сотрудники полиции задержали мужчину в его гараже при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что задержанный привозил туда подростков, насиловал, а также снимал видео порнографического характера с их участием.